something here. Get the f*** out of here, please. Добрый вечер, мои длинные английские и не только друзья. На связи Бородатое кино. И выпуск приготовлен специально для нашего длинного английского друга Гера и его канала Гера Кап. Из существующих древок мы будем крафтить английские стрелы. Скрафтим длинный английский лук, отправимся на английский просторный полигон. Будем выполнять длинные английские выстрелы. Где мы будем это все делать? У меня есть на примете неплохая английская мастерская. Там достаточно длинные английские выстрелы? Достаточно. Короче, мы на месте. Начинаем производство, конструирование, крафт. Порядки? Да, порядок. Печь бульон жарит в полной программе. Длинный английский огонь. С чего начнем? Для начала нам нужно обработать древки и сделать пропил для тетивы. Нет, для начала нам нужно выпить чашечку чая. Это да. Да? Ну как? Давай, давай. Так, ладно, давай, что там про торт? Ты поставь про торт, я про чай уже сказал. Я налил его. Налил, да. А особенно торт будет вкусен, если есть его утварь, сделанной hamster hole handmade crafts. Может, ты это скажешь? Давай. А особенно... Ты закрыл. А особенно чай будет вкусен, если есть его... Мы ж не будем просто пить чай в сухомятку. Разумеется, нет. Длинный английский торт будет вкусен только тогда, если употреблять его при помощи настоящей. Да хуя, блядь! Хоча. Мы же не будем просто так пить чай. Конечно, нет. У нас есть длинный английский торт, который хавать мы будем. Отличная историческая английская утварь, сделанная Hamster Head Made Crafts. Very good. Very good. Все, поехали. Первым делом нужно обработать древко воском, верно? Mm-hmm. Воск, древко, погнали. Мы обрабатываем воском древко, для того, чтобы оно было чуть-чуть более водоотталкивающее. Правильно? Да, правильно. Надо рассказывать, комментировать свои действия. Так комментирую, я буду делать, а ты комментируешь. А не кашляй, как гиена постоянно, без остановки. В старину просто, ну, все обрабатывали свои древки воском. Ты сейчас рубашку испачкаешь. Я тоже свое древко порой обрабатываю, да. Теперь воск надо подтопить. Да, идем. До этого у нас есть особая длинная английская печь, которой мы поддержим древко, обработанное воском, дабы воск слегка высох. Он подтопится так. И впитается в дерево, в верхние слои дерева. Протрем его тряпочкой еще. Да вон тряпочка. Глаза открой. Давай. Не идет, да? Нахер тут. Это точно воск? Да, я думаю. Нахер ты столько натер? Готово. Теперь следующим действием нужно сделать прорез. Пропил. Нужно сделать пропил для тетивы. Для этого мы воспользуемся столярными тисками. Если у вас нет столярных тисков, можно взять столярные длинные близкие руки. Если у вас нет столярных тисков, тогда нам с вами не о чем разговаривать. А? Так, теперь нужен карандаш. Немножко неровненько. Теперь берем ручную пилу Stanley. Длинную английскую ручную пилу. Пытаемся сделать пропил. Слышь, может, ты сам будешь делать? Берем, надо как-то середину вынять. Вынять? Давай. Конченые подтяжки, мартеро! English, motherfucker, do you speak it? Должна быть какая-то технология, по идее. Может, гели наберем? Ну, типа, ну, расколол я еще дальше. О, смотри, пошло. Я если шило. Hamster Hole Handmade Crafts. Решает наши проблемы. Да? Да, вообще класс, смотри. А где надфилёк? Да нету надфилёка. В натуре нет надфилёка. Без надфилёка. Ты что, водишь? Ну как? Думаешь, что... Конечно, длинным английским надфилем потом полировали длинный английский пропил. Какой это век был? 13, 14, 15, думаешь, 16. Думаешь, в 13 веке они надфилем полировали свой склеп? Ну да. Ну что дальше? Все, дальше пироклейка, перья, стрелы, перья, наконечники, чай. Коротковат пропил, слышишь? Чё-то коротковат пропил, да? Давай пропилим посерьезнее чуть-чуть, давай. Давай. Предлагаешь пропилить, да? Да. Да поглубже пропил для того, чтобы сломалась сейчас боковая часть, и мы начали делать сначала все. Это длинный английский пропил, господа. Все, сломал? Сломал? Все, сломал? А, все, да? Да? Все, сломал? Давай я сделаю, давай. Давай, давай, давай. Сломал, да? Сломал, да? Сломал, да?
Мне кажется, что мы такого вообще горбатого лепим сейчас полного. Юра, а что там, скоро? Угу. Юра, а. Как скоро? Прям сейчас вот уже, смотри. Все, смотри, есть порядок. Есть пропил для тетивы. Пропил для тетивы готов. Следующим делом нужно... наклеить перья. Ну, точнее, в данном случае клеить мы ничего не будем. Будем следовать исторической традиции. Именно. Поехали. Клеение стрелы будем делать историческим методом при помощи наматывания уникой. Правильно? Правильно. Длинная английская нить. Здесь можно интересные факты из истории. Короче, факты из истории, да. Значит, перья или флетчингс будем располагать относительно древка стрелы по 120 градусов каждое, правильно? Для того, чтобы равномерно и ровненько это сделать, нам понадобится Uber Device, пероклеечка. Ну, не клеечка, а перорасположитель, не знаю, как это правильно называть. В общем, штука, которая поможет нам правильно ориентировать перья. Сделаем это из кусочка кожи. Так давай, делай. Так давай, делай, так вот. А-ха-ха! Берем ножнички, хамстер, берем ножнички, хамстер холл, handmade craft. xhamster.com, пополам. Напополам. И треснул мир напополам. Ай, можно порезать исторический палец. Я хочу немножко исторического чая. Любить, да? Берем центр кожи, прокалываем историческим шилом, английским длинным шилом. Я, можно на вот этой штуке? Ну можно, конечно можно, Юра. Так. Ковыряем, проковыриваем. Увеличиваем отверстие. Так. Отверстие. Увеличиваем максимально. Отверстие. Центральное отверстие у нас должно проходить древко стрелы. Отверстие. Отверстие. В отверстие должно проходить древко стрелы. Что так долго? Надо думаю. Как-то проковырять дырку, я не так знаю. Так проковыряй, как... Сверлом, я не знаю, чем. Сверлом. Историческое английское длинное сверло по металлу. 13 века. Давай вот это вот по бетону. По историческому английскому бетону? Нормально, пойдет. О, пойдет, давай, я проковыряю. Стой, 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 так вот. Давай чуть-чуть меньше сверлом. Восьмерочка, что надо. Да сука, как это сделать, еб твою мать, на этой коже. Давай из картонки эту хуйню сделаем, спал. Ера просил не ругаться матом, кстати. А надо обязательно из кожи, да? Из гипсокартона можно? Из белесты можно. А? Из гипса белесты можно. А как так, Юра? А? Почему так галимо все получилось? Получается вроде, да. Неси транспортир, Юра. 120 градусов будем делать. Все. Готово. Теперь, следующим моментом мы начинаем КВН. Пироклеить. Начинаем перо... Пироклеить. Пироклеить, но без клея. Пополам перо. Думаешь, да? Да. Вот так. Yes, come on. Everybody ra, все кричим ура. Отлично. Следующее. Следующее. Подожди, давай хвостики сразу сделаем. Хвостики. Хвостики на конце. Делаем хвостики для того, чтобы потом нитью зафиксировать на конце. Отлично. Первый хвостик готов. Дальше все станет понятнее. Немножко. Немножечко. У меня скучный напарник. Не умеет делать контент. Ничего. Все приходящее. Врезаем хвостики. Вообще, три ровных пирожка. А, так а тут же надо было и передочки сделать, да? Ну еще да. И передочки надо сделать. Идея в том, чтобы вот эти вот хвостики ребки держались на нитке. Старый добрый Англию, историческую старину. Вот эти вот все перьевые дела были семейный бизнес. Чуваки назывались флетчер. А вот те чуваки, которые ковали вот это вот дерьмо, назывались арлсмит. Это разные люди были, тоже все семейные бизнеса. Так, значит, и так надо, чтобы перо одно было. От пропила должно смотреть перо в сторону, от 90 градусов. Все так. Когда стрела будет всажена в тетиву, когда стрела будет на тетиву насажена, надета, хер пойми как. Короче, перо должно быть 90 градусов от лука, для того, чтобы в момент вылета стрелы перо не соприкасалось с корпусом лука. Все, короче, вот так должно быть. Давай. Вот так, да? Давай, да. Давай, пироклейку, значит, поправь. Юра, я не пойму, ты можешь собраться или нет? Соберись, я тебя умоляю. Ты сводишь? У меня только две руки, я не могу все держать. Ну а как я держал в прошлый раз? Ну а как? Давай. Где нитка? Ну все, давай, теперь завязывай. Вот тут надо зафиксировать. Сколько там по длине остается? Проверь, чтобы все было перпендикулярно. Ну как, ровно должно быть, вот так, перпендикулярно. Все, держи, вощим нитку. Снимаешь, как он вощит нитку? Комментируй свои действия. Я вощу нитку. Так, все, фиксируем петелечку. Перпендикулярно все или нет? Да я ж не знаю. Нет, почему? Потому что их по... Ну, почти их пахну, мухну. Что, гонишь? Мухну. Что они не держат? Переклейка эта дебильная. Ну давай, ладно, наматывай, Юра. До утра будем тут вязать перья твои. Я что, я не пойму. Сука, криво ж, блядь. Ера просил матом не ругаться. Прости, Ера. Там будет дело. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Будем делать везде. Что это за дерьмо вообще полное? Что это за говно? Ладно, план Б. Берем кожаную пироклейку, так? Ловкость рук.
Появляется картонная пироклейка. Та-да-да-дан! Давай. Да, я думаю, подожди, надо. Ну как, значит, должно это работать? Как, значит, значит? Оно же не будет держать, если будут прорези тонкие. Что вы с собой... А что не будет? Оно только вправо-влево шататься. Ну так оно не должно шататься вправо-влево. В том, что оно держать нас 20 градусов должно, и все. Оно и будет держать. Кто это вообще базарит? Не пойму. У нас нет никого больше. Кто это разговаривает? Это какой-то голос свыше. Это Ера говорит? Хамстер этот холл, я думаю. Икс-хамстерс холл. Да давай нижнюю часть завяз. Да давай быстрее. Ну что ты делаешь, а? Я ж не вижу. Ты что, гонишь? Угол перьев проверь. Завязывай все. Как-нибудь там завязывай. Дальше разберемся. Повело перья. Конечно, повело, потому что ты крути их больше. Фиксировали концы, давай теперь наматывать. Давай, наматывай, наматывай. Ну, мотай, мотай. Проходим в одну сторону и проходим в обратную сторону один раз. Концы зафиксированы, можем двигаться вдоль перьев, правильно? Да. Подвигаем пироклеечку, правильно? Да. Шажочек небольшой, Юра. Шажочек. Да нет, вот ты далеко полез. Вот, надо посередине вот это рассусонить. Да, рассусонить посередине. Идет? Ну, вроде, маленький шаг. В твоем случае не повторять это дома. Все выполнено профессионально. Не пойму, у тебя ты краб или что? Я не понимаю. Что ты не можешь нормально резать? Что ты режешь как краб? Подожди, тут какой-то происходит бурлеск. Хорошо, тут надо хорошо мотать. Давай, плотненько идет. Моточечку. Моточек моткроет. Моточек клят. Моточечку. Делай раз, делай два. Делай все, что ты хочешь сегодня, сейчас. Все, порядок. Надо взять над паром, расправить перья. Надо немножко подровнять перья. Да проверить теперь ее на полетоспособность. Теперь приступим к насаживанию наконечника. Для этого мы берем исторический, где он есть, нож. И начинаем обработку древка. Идея в том, чтобы форма конуса и древка максимально плотно придала к форме конуса, который находится в наконечнике. Поиграйте немного с формой квадрата. А наши острые, не совсем конус, да? Чуть-чуть, да. Как тут и был. Да? Все. А клей? Наконечник на клей. Да. Он раньше был на смоле? На слюне. На слюне раньше садился. Они там, короче, на клей из кроличьего жира обычно мазали. Угу. А это у нас исторический клей. Исторический кролик. Исторический клей из кроличьего жира, да? Да, исторический жир исторического кролика. Хорошенько промазываем, чтобы наконечник в процессе полета не улетел непонятно куда. Не жалеем кроликов, не жалеем жир. Во время съемок этого видео ни один крол не пострадал. Так, хорошенько намазали. Вращательными движениями укрепляем. Надо было поставить его так. Поставил, как считаешь, нужно. Поставил. Точим? Да, сейчас. Наконечник, Юра, получился такой острый, как твой юмор. Вперед, стрелять. Короче, день второй. Точнее, наступило утро. Раз. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, хватит, я думаю. Все, погнали. Давай. Я первый. Пойдем посмотрим. Ну, стрела. Стрела, красиво. Все четко. Гера! Гера! Этот клауд для тебя! Этот клауд для тебя, Герунчик! Герчик! Этот клауд я посвящаю тебе! Если вы фотограф, то в поле нормальная тема. В итоге у нас минус один наконечник, да? Да, вот в этой. Ага. И подписывайтесь на канал Гера Компани. Это специальная рубрика. Дальше будет интересно. Будет крафт луков, тест, испытания, стрельба по кольчугам и по всему прочему. Лайки, комментарии, все дела. Подписочка на Бородатое кино. На Бородатое кино. Тоже лайки, комментарии. Все, короче, погнали.